Всем добрый вечер, клуб Александр Невский. Сегодня покажем с Александром одну методику, как бы она такая физушная работа, технично физушная, в партере, разрыв болевого, втроем. Первый номер лежит, второй держит крепко. Да, ну там есть модификация, он может уходить, сейчас он просто крепко держит. Номер два, его задача захват разорвать. Номер три, это я. Моя задача помешать номеру два сделать разрыв болевого. Что я делаю? Я выключаю ему спину, я забираю его ручки, я начинаю его подушивать, да, я отключаю голову по чуть-чуть здесь, отключаю голову и руку, вот так, он должен прорваться, отключаю просто руки вот здесь, а он должен бороться за захват. И вот мы сейчас 30 секунд поработаем, готовы? Начали. Задача номер два – быстрее сломать, захват разорвать. А я мешаю всевозможными методами. То есть партнер номер два борется еще и со мной. Вот он сейчас нехватку правой руки, он компенсирует левой рукой и ногами. Да? Я ему руку отдал, но мешаю спиной. Если он спину не выпрямит, то он не сделает болевой. Да. Задача рвать, Саша, рвать. Он должен от моего контроля уйти каким-то образом. Влево, вправо резко, влево, вправо. Вот, ушел, да. Захват держим. Я его поддушиваю здесь, вот. Мешаю. Глаза закрываю. Не даю работать. Пусть он слепую поработает. Держим руку. Хватаем руку. Где-то даем поработать ему. Чтобы он взял, да, ручку. Взял, опять мешаем. Ну, когда вы будете ослабинку давать, номер три, очень аккуратно, потому что номер два сейчас складывается и может на разрыв не успеть руку остановить разрыв болевого. Тут очень аккуратно. Или надо голосом скомандовать, что стоп, или как бы, ну, очень медленно отпускать. Ну, вот такая работа, она физушная, техничная, с сопротивлением, очень полезна. Спасибо.